Добрый день! Сегодня мы будем устанавливать короб. В этот короб мы будем прятать газовую трубу, газовый, вернее, шланг, потому что сам шланг он гибкий и мне не нравится, как он стоит. То есть мы его спрячем. Для этого мы сейчас отмеряем высоту, необходимую для того, чтобы обрезать сразу короб на месте. У нас идет 66,6 миллиметров. Мы сейчас это все отрежем. И будем его ставить на место. С помощью электрооблика, можно, конечно, и обычной ручной пилой по металлу обрезать. У меня этой пилы нет, у меня есть электрооблик. Пилочка, естественно, для по металлу с тонким зубом. А вот, ну, будем обрезать. Очень быстро обрезали. Ну, а теперь будем примерять к самой трубе. Вот. Заправлять саму трубу и на место ставить. Тут внизу надо будет нам подрезать. Ну, вот, получается, нам необходимо немножко обрезать сам пластик. То есть вот на сантиметров 4 в середине мы вырежем. Так как нам не пускает вот это вот газовый шланг, он сильно плотно прилегает к плитке. Вот. Для того, чтобы вот он хорошо сел, нам здесь необходимо вырезать. Мы сейчас это сделаем и будем заправлять опять в газовый шланг. Вот мы примерно 4 сантиметра у нас есть вырезанного. Теперь будем пробовать его заправлять. Очка. О, получилось. Так. Ну и... В принципе, можно сам короб и закрепить, но у нас он будет очень плотно находиться, его держит сам шланг, поэтому необходимости его крепить к стене у нас нет. Ну, а если кому нужно будет крепить, то есть у кого не получается так вот, он не стоит на месте, то, соответственно, его необходимо на дюбеля. Крепить. Вот, получается, у нас красота теперь. Все. Короб у нас на месте. Ну, теперь непонятно, что здесь было. Аккуратный декоративный короб.